было опасение, но надеялись на лучшее. Все-таки мы верим людям и поверили словам и разработчикам. В принципе, все с трибуны говорили, что мы полностью ушли из поселка. Я привык верить людям на слово. Но они обманули. В этом году, как гром среди ясного неба, по улице Центральной снова появилось 4 полосы. Теперь уже получается 30 метров ширина дороги, то есть 4-полосная магистраль. Самая широкая часть улицы Центральной 26,5 метра, то есть без сноса не обойтись. По приблизительным подсчетам в нашем поселке попадает около 90 домов и около 110 так или иначе затронет. Писать, безусловно, нужно, но надеяться на то, что если вы написали Путину, на голубом вертолете прилетит волшебник и решит здесь вопрос, не надейтесь на это.